Сегодня в Бобруйске, как и по всей Беларуси, проходит единый день информирования. Среди обсуждаемых тем – Всебелорусское народное собрание, гарант политической стабильности и суверенитета. Материалы ко Всемирному дню охраны труда, оперативная обстановка в области, профилактика киберпреступлений и мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Темпы роста белорусской экономики в первой четверти года уже опережают показатели 2023-го. Обусловлено это положительной динамикой промышленного производства. ВВП увеличился более чем на 4%, при этом власти ставили перед собой задачу обеспечить рост на уровне 3,8%. Около 30 тысяч белорусов имеют сезонные аллергические заболевания. Чтобы облегчить симптомы, используются антигистаминные и гормональные препараты. Но если они выражаются часто, нужно идти к врачу, который выдаст направление к аллергологу. Среди победителей конкурса «Перспективные белорусские бренды» – бобруйский производитель. В номинации «Товары и услуги для детей» лучшим стало общество с ограниченной ответственностью «Модный пошив», которое было создано в 2016-м. Небольшое предприятие занимается созданием стильной одежды для детей до года. Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля. Деньги, заработанные в этот день, будут направлены на реконструкцию, восстановление мемориальных комплексов, мест боевой славы, создание центра патриотического воспитания молодежи. Принять участие в экодвижении может любой желающий.